на учете в нашей организации 70 человек афганцев и 22 воина-интернационалиста. На цей захід ми, міська влада і міський голова виділили кошти, закупили продовольчі набори і матеріальна допомога в сумі 100 гривень. У нас є ветерани Великої вітчизняної війни в організації, є по 99 років і є вдови загиблих інвалідів, учасників бойових дій. Десь в пределах 80 чоловік. У мене був товариш, що на Уралі їздив. Навіть сьогодні мені в глазах він до мене каже: Васька, поохраняй мені машину, я зараз прийду. Як я поохраняв, потім пішов одихати, вертаюся, його вже нема. Він вже уїхав. А потім вже привозять його машину, вже розстріляну, це все. І мені зразу чувство дало, що це він. І так він так і пропав без вісті. Я вчився в Ярославлі, в училище. Йшов в училище, от, смотрю, жінка плаче. Спитав, що таке? Вона говорить, в Афганістан сина забирають. А я ще не знав, що є таке. Був такий один випадок, коли ми перший раз супроводжували колону. От, ну і туди доїхали. Груз здали, все нормально, а обратно їхали, нашу колону обстріляли. Ну, молоді, не обстріляні, не знали, як себе вести. Легли, в машині лежали. Коли приїхали в часть, вилазить прапорщик і говорить: «Ребята, а ми вже в часті». А у нього погон був погнутий. Ну, увидели, що у нього погон согнутий. Один говорить: «Ребята», а у прапорщика від страху погон согнувся. У нас з батальйона, наверное, 70% за 2,5 месяца ушло. Что не могу забыть, это когда ребята молодые уходят, и на твоих глазах ты видишь, как они падают. Это самое страшное. Мы были в Гаване, ну, в самой столице Кубы. Вот. Хотелось посмотреть город. Заходим в этот самый, в ихний кафетерий. Говорим: «Так, нам, пожалуйста, по чашечке кофе». Они говорят: «Ребята, мы вам кофе с удовольствием дадим, но вы наше кофе, пить не будете». «Мы, почему?» «Ну, вы же, приглашены, там территория, значит, больные люди». «Мы, нет, давайте». «Ну, хорошо». Дают нам маленькую чашечку кофе и дают каждому по графину воды. Ёлки-палки, что такое, что мы кофе, что ли, не пили? Ну, как попробовал, сердце такое, ух, сразу. Такое кофе никто не пил. Пригласили на завод Фидель Кастро. С нами побеседовал, там спросил про наше здоровье, какие у нас есть пожелания. Ну, какие пожелания? Спасибо, что пригласили, что это самое. Он нам каждому при выходе подарил по сигаре и по 2 блока сигарет. Наши афганцы сейчас не очень-то шевелятся. Надо развернуться немножко, чтобы не сидели по домам, а приходили в свое общество, что-то помогали, там делали что-то. Не можем 5 человек, мы, крутиться, как белка в колесе. Много среди нас контуженных, больных, как говорится. И есть такие люди, которые, ну, не могут даже ходить, сидят дома. Что-то помочь надо, никого не дождешься, не допросишься. Насчет Афгана, скажу, как отрапали. Нас полками туда кидали и не спрашивали, хотели вы, не хотели. Хотя сейчас говорят: «О, мы вас туда не посылали». А кто тогда спрашивал, посылали, не посылали. Это сейчас едут некоторые за деньгами. То в одну точку едут горячую, то в другую. А нас не спрашивали. 3000 афганцев защищали Майдан. На сегодняшний день 12 тысяч афганцев воюют на Востоке. Буквально недавно было 120, потом стало 160. Теперь на сегодняшний день числа, количество погибших, только афганцев, 220 человек. Не надо клин забивать между нами. Надо быть честным и справедливым перед своим народом, перед своими бойцами. Неважно, он какие войны прошел. Война, что он защищал свою землю, отстаивал честь своего государства.
Сегодня все об этом забывают. 50-60 лет находятся на Востоке. Почему об этом нигде ничего не говорят? Говорят о одном только, потому что герой Украины получил, вынуждены говорить. Мы не должны об этом забывать.